гигантский антистресс из скотча. Я уже делала маленький антистресс, он получился очень крутой. И в разрезе тоже. Но вы так быстро набрали столько лайков, что придется делать гиганта. Берем скотч, естественно, специальный. Начинаем. Начнем с желтого. Оттягиваем. Фиксируем кончик обычным скотчем. Теперь никуда от нас не убежит. Подцепляем скотч. Начинаем наматывать. Какой масенький. Долго, медленно и запарно. Отрываем. Невозможно. Обрезаем. Теперь розовый. Просто крутишь себя, сидишь и релаксируешь. Спустя полчаса у меня уже вот такой большой шарик. Делаем следующий цвет, синий. Сегодня в планах сделать вот такой вот шар. Так что будет интересно, что у нас получится. Обалдеть, какой же большой антистресс. Но это еще мало, делаем больше. Кстати, набираем 1 000 000 подписчиков и сделаю такой размер. А пока что продолжаю. Кстати, я уже хочу разрезать этот шарик. Там внутри просто кайф. А вот для большого объема требуется большая территория. Скотч уже начинает заканчиваться, но зато шарик большой. А как я его разрезала, смотрю, у меня в телеге. Найти можно по этому нику.